Привет, друзья. Вот я получил письмо. Док, получается, что используя ваш метод ключ, мы используем квантовый триггерный переход, освобождаемся от ограничений физических психики и можем делать с собой все, что захотим, что нам позволяет наша психика, наши ограничения, убеждения в жизни. Ну да, сбрасываем. Освобождаемся. Вот мне что написал дальше человек. У меня были плохие печёночные анализы, а войдя в нулевое состояние, используя хилерские практики, заменил себе печень. Ну, условно говоря, заменил, и идеальные были потом анализы. Но это была работа с подсознанием, я написал, потому что когда ты выходишь из стресса, и вместе с этим, естественным образом, снимаются штампы, стереотипы, страхи всякие, вот эти вот шаблоны мышления, и ты выходишь на состояние нуля, вот этого состояния максимальной защищенности, это состояние бесконечности, это такое внутреннее ощущение, это чувство такое вечности. И в этой вечности, когда ты вот эти хилерские практики воображаешь себе, как будто тебе без ножа там кто-то рукой, ну, хилерские практики можете в интернете посмотреть, там делает операцию на печени или еще какую-то, которая вам нужна. И в это время, естественно, вот эти психологические установки, они автоматически в этом состоянии превращаются в доминанты, трансформируется. Естественно, у вас происходят изменения в организме, нормализация самочувствия. И ничего тут удивляться и не стоит, что анализы после этого были, как ты пишешь, идеальные. Ну, конечно, лучше становится. Потому что в этом состоянии, когда используешь ключ, включается внутренний доктор. Естественная природа гармонизации психики и организма. Ну, поэтому удивляться не стоит, но ты мне там написал. Ну да, спасибо, док, это же такая вещь, почему же все это люди не знают, надо же это распространять. Да, конечно, он говорит, чем вам помочь? Дорогой мой друг, мы и так, друзья, ты уже этим помог, задал эти вопросы, я тебе ответил. Так что до встречи, друзья. А скоро у нас вебинар будет 11 числа в 21 час. Вот сейчас будет еще одно объявление. И там как раз таки я дам и игрушку для здоровья. Это потрясающая вещь, такая приятная штука. Ты вроде бы играешься и в это время получаешь результаты. Почему? А потому что, оказывается, все люди становятся личностью тогда, когда они занимаются чем-то, когда не заняты выживанием, когда заняты в свободное время. Ну, что они делают? Ну, дети, взрослые, когда в свободное время, что делают? О чем думают? О чем мечтают? Вот через это и развиваются. Да. Так что до встречи. А там на вебинаре будет просто потрясающе. Я в этом уверен, что всем понравится. Это впервые такое в мире. Да-да, увидите.